Споры потребителей с коммунальными предприятиями – это уже одна из вечных тем. За день на горячую линию РЕН-ТВ «Армавир» поступает до десятка вопросов, связанных с начислениями в квитанциях. Их шквал приходится на месяцы отопительного сезона, но и с наступлением теплого времени года число обращений не уменьшается. Платим все по счетчику вовремя, нам присылают такие долги, а потом говорят, что миллиарды людей должны. У них все время сбой. Кто-нибудь за этот сбой наказание получит? Сейчас пришла квитанция, опять долг, 232,80. В ресурсоснабжающем предприятии пояснили, что есть случаи, когда правильные начисления абонентами воспринимаются как якобы сбой компьютера. И здесь сами потребители вводят себя в заблуждение. По обращению заявителя ситуация выглядела, скорее всего, не причиной являлся не компьютерный сбой, а не своевременное предоставление показаний газовых счетчиков. Зачастую к сбоям по системному обеспечению программной работе списываются начисления, производимые ежемесячно абонентом, не заявляющим показания счетчиков, установленный срок. При этом на предприятии «Газпром» «Межрегионгаз» не отрицают наличие случаев, связанных со сбоем программного обеспечения. В таких ситуациях абонентам проведут перерасчет. Сотрудниками участка, представителями компании проводится полный комплекс мероприятий, направленные на упреждение, недопущение любых неточностей в работе системы платежей, учета платежей с населением. Поэтому, естественно, мы понимаем, что возникновение каких-либо недоразумений сразу же вызывает большой резонанс со стороны населения, то есть возникает количество большое жалоб, телефонных, опять-таки, звонков, письменных обращений абонентов. Всеми силами стараемся эти моменты мы упредить, предотвратить. Поставщик голубого топлива констатирует факт увеличения в городе просроченной задолженности абонентов. Сейчас она составляет более 80 миллионов рублей. Например, в мае без малого 3000 человек не оплатили квитанции, каждый на сумму свыше 10 тысяч рублей. К злостным должникам применяются такие меры, как отключение газа. Таким образом, вот по району с начала 2016 года отключено более 325 домовладений абонентов-должников. Процедура отключения газа влечет за собой дополнительную нагрузку финансовую, то есть абонент для восстановления газоснабжения в свое домовладение будет обязан оплатить все затраты, понесенные с отключением, последующим подключением, а также по обеспечению мер безопасности пуска газа на газоиспользующее оборудование. Не существует временных и денежных градаций, сроков и сумм задолженности, после которых вступает в силу процедура отключения. По практике «Армавира» такие жесткие меры применяют уже к тем, кто не оплатил квитанции на сумму свыше 30 тысяч рублей. Ирина Рухлядко, Евгений Холманских. Служба информации канала РЕН-ТВ. Армавир.